Сегодня в этом ролике мы проверим каждого разработчика юнита в NS моде и посмотрим, насколько крутые эти юниты и какого лучше покупать. Но тебе при этом просмотра. А если ты хочешь получить вот этого нового юнита Тиландрика, то тебе нужно под этим видеороликом набрать 3000 лайкосиков, написать свой никнейм в комментарии от Роблокса, ну а также не забыть подписаться на мой канал с колокольчиком. Ну а также не забываем, каждый один лайк это равно 5 гемов именно для тебя. Чем больше лайков, тем больше будет розыгрышев на гемы, а тебе приятного просмотра. Ребята, всем привет, и вы на канале Дабон. Сегодня в этом видеоролике мы будем играть в Endless мод. Но мы не будем просто играть, мы будем сравнивать каждого у нас разработчика юнита. То есть первый у нас будет разработчик Пул. Это у нас новый разработчик, который у нас добавился недавно. Дальше у нас будет I'm Evan. И следующий, ребята, у нас будет Тиландрик. И мы посмотрим, насколько у нас эти будут юниты крутые и какой у нас будет крутой юнит. Ну а теперь началом. Поставь лайк, подпишись на мой канал и не забудь написать свой никнейм в комментариях от Роблокса, если ты хочешь на халяву себе получить Тиландрика себе на почту. Так что быстренько напиши свой никнейм, а также не забудь обязательно подписаться и поставить лайк, если ты это не сделал, что ты просто не будешь у нас участвовать. Так, давайте это ждем, когда мы неужели зайдем у нас в наш режим, потому что я очень сильно хочу проверить каждого разработчика. Я уже, в принципе, проверил, как у нас играется с Тиландриком. Это был очень крутой опыт, ребятки. И давайте мы... Ой, ё-моё, чё у нас, ребята, чё такое-то вообще? Ё-моё, все, это я смог поставить, все очень хорошо. Давайте мы дальше сейчас будем устанавливать. Вот, в принципе, у нас есть пул, у нас такой разработчик. Это, если что, я буду ставить, возможно, по лимиту, то есть 16 у нас буду ставить этих разработчиков. Ну, это пока что я еще не решил. Мы будем все, короче, смотреть по у нас по каткам, да. То есть мы потихонечку будем смотреть что-то как. И уже, ребятки, у нас уже, по идее, со следующей волны. А нет, у нас потом будет 200 баксов и еще будет 300 баксов. Так что лучше, я думаю, Сантовмена у нас лучше поставить, да? Так, давай. Вот, не знаю, это у нас спавнер юнит. Так, там damage, агар это. Это у нас не спавнер юнит. Это у нас просто DPS, КД, рендж и дамаг у него есть. Хорошо, я, в принципе, понял. Это у нас никак не спавнер юнит. Это, то есть, обычный эксклюзив юнит. У него, в принципе, такой есть скейтбордик, ребятки. В принципе, я думаю, ребятки, мы теперь можем поставить этого пула. Вот, все, в принципе, поставили нашего замечательного юнита. Вот, в принципе, вот так он у нас выглядит. Ничего такого крутого, ничего такого, это сверхъестественного, так сказать, да. Ну, посмотрим, до какой волны он сможет пройти. Если что, это я буду ставить по лимиту как можно больше, потому что у нас, в принципе, я думаю, у вас будет интересно, как у нас пройдут они максимальный до какой волны на всех, в принципе, на максимальном, так сказать, тире, да. И при этом у него будет вот максимально у нас поставить всех юнитов. Так, снова 200, дальше у нас 400. Так, улучшаем 400, вот такая у него теперь доска появилась, ничего себе, вот это круто. Так, ну, в принципе... Ох, интересненько. Так, у нас 3500 на первом левеле. Хорошо. Так, дальше у нас апгрейд 500. Да ё-моё, что так много, что так дорого. Так, 500, ну, я думаю, можно у нас... Ладно, хорошо. Давайте лучше у нас будем пока что улучшать наших сантовменов. А уже потом у нас там по чуть-чуть будем уже у нас ставить больше наших пулов. И потом уже будет больше, как раз-таки, у нас, ребятки, больше делать апгрейд. И, кстати, ребята, есть эксклюзивная информация по поводу, ну, вот, по поводу новой игры Тиландрика. Это вот, кто не знает, то у нас новая игра Тиландрика будет уже совсем скоро, а именно в декабре 2024 года. Я думаю, ребята, это будет очень круто, так что, кто ждет, то обязательно подпишись на мой канал и поставь лайкосик, чтобы не пропускать новые новости по поводу нового режима. И, ребята, если что, у него реально будет новая игра. Это у нас будет Sword RNG, по-моему, зовут такую игру. И, в принципе, это вот я не знаю, потому что, скорее всего, у нас, вот, возможно, через неделю выйдет у нас от Pet Simulator, именно от Big Games, возможно, Pet NRG. Я думаю, это просто вот Pet NRG у нас будет просто сейчас на хайпе. То есть, я думаю, там, возможно, даже будет каждый день по 500 тысяч онлайна, потому что Big Games умеет делать игры. И вот, когда у нас был первый Pet Simulator, он был на хайпе. Потом Pet Simulator 2, ну, он, в принципе, такая себе игра вышла. Потом Pet Simulator X у нас тоже был на большом хайпе. И, ребятки,
хайпе, потом у нас вышел еще P99, он сейчас тоже вроде бы на хайпе, там 200 тысяч, 300 тысяч, и это реально очень круто, потому что Талантрик у нас старается, он не Талантрик, а в принципе Бигеймс и так далее. И посмотрим, ребятки, возможно мы будем переходить у нас в другую игру, то есть в PetNRG, если у нас будет очень хороший просмотр собирать, и вам в принципе будет это все нравиться, если вам это все зайдет, то, ребятки, мы в принципе будем ради вас, я буду эту игру снимать. И в принципе, ребятки, мы ставим все больше и больше наших, так сказать, пулов, да, вот столько мы уже пулов поставили, ё-моё, че их так много, ребята. Но, в принципе, вот так, у нас, видите, 2x, жалко, нету, но ничего страшного, ничего страшного. Ну, ребята, то, что у нас Талантрик решил сделать новую игру в декабре, я думаю, то, что он правильно это делает, потому что, видите, Туалет Тауэр Дефенс уже надоедает, он уже, в принципе, умирает потихонечку, так что, я думаю, то, что новая игра будет на подходе уже совсем скоро, это будет Sword NRG, это будет очень круто. Так, нам уже 2000, это у нас будет максимальный левел на нашего Пул Хейл. Очень прикольно. Посмотрим, на как он выглядит у нас на максимальном левере. Так, нам осталось совсем чуточку. Так, посмотрим. Давай. Быстренько. Так, это у нас будет один. Блин, очень печально. Вот, все, в принципе, максимальный апгрейд мы оформили. И вот так вот, ребятки, у нас он выглядит. Вот, в принципе, вот так он у нас выглядит. Давайте мы сейчас просто сделаем ему скринчик, да. Пару скринчиков мы сейчас тоже оформим, как он у нас, в принципе, выглядит. Так, давайте, в принципе, делаем скринчики. Очень много нам нужно скринчиков, да. Вот тут еще, вот так вот сейчас тоже скринчики это поделаем, потому что нам, в принципе, данный юнит нужен на превьюшечку, потому что вот сейчас эти превьюшечки именно делаются так, ребята. Так, давайте мы еще быстренько сейчас оформим наши скринчики, потому что скрины очень, так сказать, нужны. Если у нас не будет, так сказать, хороших скринов, потому что у нас не будет... Так, значит, у нас не будет хороших превью, да? Так, 800, делаем апгрейдики наших юнитов. Давайте посмотрим. Так, долгую волны у нас максимально не смогут пройти. Очень надеюсь, что будет хорошая волна. Возможно, даже мы, возможно, пройдем до 30-й волны. Но я думаю, то, что это маловероятно. Потому что, ну, ребятки, сами посудите. Это как-то очень странно. Ну, хотя нет, не знаю. Если мы будем сейчас улучшать наших санд, может даже что-то да и получится. Ну, а если нет, то будет очень плохо. Ну, вот видите, какой у него такой скейтбордик, ребятки. Вот такой у него скейтборд очень прикольный. С эффектами разными, ребятки. Вот такие вот у нас эффекты. Вау. Так, у нас дальше миниган тюлит, ребята. Так, 400. Давайте делаем апгрейд пока что. Давайте мы лучше сейчас пока что всех будем делать апгрейд на третий левел. А уже там постепенно мы будем делать уже апгрейд на четвертый там левел, на пятый и так далее. Да? То есть до максимального левела у нас будет пятый левел. Ну, в принципе, да. Так, давайте мы сейчас поставим еще одного пул хейла. Я думаю, то, что вот пока что лимит мы поставим. Вот осталось нам еще 2 юнита. Так, все, один остался. И все, у нас больше нельзя у нас ставить наших пулов. Это ничего страшного, я думаю, то, что мы сейчас очень хорошо будем проходить. Если у нас сейчас все будет замечательно, то, ребятки, мы, в принципе, уже, думаю, будем проходить даже очень далеко. И, возможно, даже до 30 волны мы сможем пройти, как нефиг делать. Так, у нас, ну, ребята, 21 волна пока что. У нас вроде бы не прокачанная. Ну, ребятки, давайте мы сейчас, короче, постоим, подождем, посмотрим, до какой волны я смогу пройти. И постепенно, ребята, я буду прокачивать наших этих юнитов. The year is 1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Это только у нас пулы смогли пройти до 45 волны. Это действительно очень много. И 14 минут нам понадобилось, чтобы пройти у нас до 45 волны. А мы теперь переходим к следующему юниту. Это у нас Эван. Вот, ребята, я у нас уже зашел у нас в Endless режим. И теперь нам нужно нафармить целых 700 баксов, чтобы у нас поставить одного такого юнита. Если что, у него АОЕ эффекты, а также у него плюс еще барьер. Это очень интересно, потому что, ребята, барьер это действительно очень круто. Я пока что не знаю, на что он способен, потому что, еще раз повторяюсь, я ни разу не играл за этих новых юнитов, ну, кроме Талантрика. Потому что Талантрик я уже
выпускал видеоролик буквально недавно и играл с этим разработчиком Talantric. И пока что, ребята, хочу сказать то, что у нас Talantric реально очень крут, он то есть в соло реально очень довольно хорош может пройти. Но вот честно не знаю, потому что, видите, первый разработчик пул у нас прошел до 45-й волны. Это действительно очень-очень много. И, ребята, я думаю то, что... Это, думаю, плюс респект разработчикам, потому что сами разработчики смогут пройти очень далеко. Так, нам осталось чуть-чуть, я думаю, пока что лучше Сантовым Мэном мы не будем прокачивать, мы лучше поставим I'm Эвана. Я думаю, ну да, в принципе, Эвана мы лучше поставим, и, кстати, видите, он у нас, ребята, у нас улучшил скин. То есть у него раньше был реально какой-то вообще бомжатский скин, а сейчас у него реально большой, огромный, ребята, так сказать, скинчик, потому что, видите, он, у него теперь Доминус, ребята, появился, у него теперь появился Доминус, представляете? Доминус за робоксы, очень много робоксов он на это потратил, 100%, я думаю, даже пару миллиончиков он потратил. Напишите, ребята, в комментариях, сколько у нас стоит этот, в принципе, так сказать, золотой у нас Доминус, напишите в комментариях, сколько он стоит, потому что я не знаю, сколько он, ребята, стоит. Ну, думаю, то, что реально очень дорого. Смотрите, он, ребята, он, в принципе, ставит Robux Head, он такие вот, в принципе, так сказать, монеточки ставит, да, в принципе, такие барьеры, это очень круто, у него дамаг 550 и у него КД 0.5. Очень прикольно, очень интересно, и, в принципе, я думаю, то, что он пока что соло будет очень хорошо справляться. У него, видите, у него только, в принципе, барьеры, также он сам наносит урон. Вот, в принципе, сами вот такие робоксы у него летят, ничего себе. Ну, прикольно, вот даже вот посмотрите, ребята, как он у нас атакует. Он у нас атакует вот такими вот робоксами. О, видите, у него робоксы полетели. Вот, в принципе, сами робоксы, он робоксами, то есть, атакует. Очень прикольно, в принципе, проработано, реально очень прикольно, мне очень сильно нравится. Так, 500 баксов, баксов, тратим 500 баксов, мы тратим 500 баксов, оп. Так, все, так, ё-моё, я чуть не послал еще одного Эвана, ну, мне, в принципе, не хватило бы монеточек. Но, ребята, мы уже сможем скоро апгрейдить у нас нашего Эвана, но я думаю, пока что, если у нас справляется наш один Эван, вот столько уже у нас прошло почти до 10 волны, я думаю, то, что пока что у нас хватит одного, и лучше мы будем прокачивать наших сам, потому что бабосики нам очень сильно нужны, чтобы нам делать апгрейд наших, так сказать, юнитов, и ставить намного больше у нас юнитов, и сразу же моментально их делать им максимальный апгрейд. Так, Ледж Глейси Сторит, вот не знаю, ребята, вот сейчас мы же можем ли пройти... Ну, если у нас Эван справляется, и плюс он, видите, у него даже не до сих пор не смогли дойти у нас до нашего барьерчика. Ну, и думаю, давайте мы делаем апгрейд наших барьерчиков. Вот, все, теперь 1500, ё-моё, теперь 1500 в 0.25 секунд, это реально очень много. Теперь у нашего робукс-кэта 10000 хп, очень много, я очень рад просто. Так, то, что у нас теперь по 10000, так сказать, хпшек, да? Так, 1000, делаем апгрейд, еще плюс, делаем плюс один апгрейдик, давайте оформляем. Ну, кстати, я думаю то, что на максимальном апгрейде у него будет, не знаю, какие-то башни робуксов, возможно, потому что, скорее всего, видите, у нас, в принципе, у нас Talantric и Эван, они все, в принципе, такие, еще у нас, так сказать, им еще мало лет, то есть они, в принципе, школьнички еще, но они просто уже умеют рубить бабосики, ребята, бабки они очень хорошие, так сказать, рубят, и мне, в принципе... Да хотелось бы точно так же, но, ребята, вот, в принципе, я не смог у нас залететь прям в пик этого скибиди туалета, так сказать, создать данную игру. Мог бы, но это я слишком поздно у нас узнал про насчет этой игры. Так, давайте мы дальше, ну вы... О, ё-моё, ничего себе, вы видели, ребята? Это реально очень-очень круто, ребята. Когда видите 10 тысяч, и она просто... Она, то есть, взрывается, и вот такие вот делишки, ничего себе. Но, ребята, это реально очень-очень круто. Давайте посмотрим еще раз. И посмотрите, ребята. Ты дышишь, она так взрывается, еще взрывается. Ё-моё, это реально очень круто, ребята. Так, 4000, максимальный апгрейд. Во, не максимальный апгрейд. У него теперь, это, по-моему, предпоследний. Нет, это предпоследний. То, скорее всего, у него будет максимальный левел, это 6. Вот у нас теперь появляется вот такая у него, это, такой молот у него появился. А почему-то я тут не могу это пройти. Это что за бред, это что за бред, ребята? Так, 2000, 2 косаря, все, мы, в принципе, 3000, апгрейд делаем.
Ой-ой-ой, вот, все, полетело, вот так вот, все, полетело. Ну, ребята, я, в принципе, не знаю, что да как у нас будет, но думаю, то, что мы сможем пройти довольно дальше очень хорошо, если у нас достаточно так все будет хорошо. Так, в принципе, Robux Head, ну, прикольно, в принципе, да, прикольно. Так, 3000. Я думаю, то, что можно у нас еще, в принципе, нашего, так сказать, Эвена поставить. Можем еще одного Эвена поставить. И думаю, вот это вот по каждому, в принципе, этого Эвена, вот по каждому просто углу, в каждом углу мы поставим Эвена. И пусть, ребята, наши Эвены справляются. А, подожди, у вас не то... А, не по 700 же стоит, да? Так, вот все это я уже больше не могу установить. Все, в принципе, у нас 16 и 16. И вот, ребята, у нас теперь такая армия Эвенов, да? Ну, в принципе, прикольно. Армия Эвенов — это всегда хорошо, да? Так, 6 косарей. Так. Ё-моё, ребята, посмотрите на этот дождь из робуксов. Это реально просто, ребята, бабосики. Посмотрите, вот какие у нас, вот, ребята, понимаете, какие они, вот, просто богатые. Они богатые, просто разбрасываются этими робуксами, когда они могли бы дать все эти робуксы нам, ребята, нам. Потому что мы нуждаемся в робуксах, мы комьюнити Toilet Tower Defense, и нам это очень сильно надо. Так, нам это 6000. 6 косарей. Давайте, нам уже сейчас 6000. Это у нас будет еще плюс апгрейдик. Это очень хорошо. Вот, все, ребята. Плюс еще один апгрейд у нас мы оформили. Вот такой. 15000. Так, у него поменялись ли что-нибудь тут? А вот видите, у нас теперь Robux Head по 50000. Понял вас, прекрасно понял. Ну, ребята, посмотрите, что там у нас творится. Это реально просто круто. И, так сказать... А, все, плюс еще один левел. Ой, все, там у него максимальный левел, это будет 6. Посмотрим. А, ну 100 тысяч, а у него максимальный будет на... А, тут даже не показывается. Вот что, тут даже не показывается, то есть, какая будет хп у нашего барьера. Вот что за приколы. Ну, в принципе, я понял, так, ну, нам нужно 10 тысяч, чтобы у нас сделать апгрейд максимальный. Максимальный апгрейд, нам уже еще 10 косарей, точнее, еще нам нужно 3500, чтобы сделать еще плюс апгрейдик, да? Это, я думаю, не так уж и много, это еще одна волна у нас сейчас пройдет, и мы сможем, ребятки, у нас его сделать максимальный апгрейдик. Давай, чуть-чуть нам осталось, чуть-чуть, и все, ребята, мы делаем максимальный апгрейд, вот такая вот у него башенка, ребята. Просто на это взгляните. Так, нам, наверное, нужно поставить, вот сделать на него скрин. Да, ё-моё, я не могу поставить скрин, потому что тут нам вот эта башня огромная мешает, ребята. Как нам эту башню просто убрать, чтобы сделать нам скрин этого Эвена, ребята? Почему такая башня огромная? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. А вот всё, ребята, стоп. Блин, вот эти вот штучки мешают, ребята. Вот я не могу просто нам сделать скрин нашего Эвена. Вроде бы вот так вот смогу, да? Может, вот так вот смогу. Так, посмотрим. Ой, ё-моё, у нас мешается это все, ребята. Ну, попробую вот так, не знаю, сделать скрины. Вот так вот попробуем. Попробуем. Опачки, ребята, так, теперь, возможно, мы тут получим. Возможно, тут у нас получится. Не знаю. О, ребята, все, так, стоп, блин. Ой, ё-моё, почему у нас так все сложно, ребята? Почему у нас так все сложно? Я не могу ничего у нас установить. Эх, блин, блинский. Хорошо, давайте мы, не знаю, попробуем сделать тут апгрейд, вот тут попробуем. А нет, нам нужно 8 косарей, да? Так, нам осталось 200 баксов, чтобы сделать еще плюс один апгрейдик. Давайте попробуем, не знаю, что у нас из этого выйдет. Так, все, мы сделали еще плюс апгрейдик. И вроде бы, давайте посмотрим. Ну, у нас, короче, ничего не меняется. Так что, я думаю, лучше можно, ну, в принципе, сделать у нас скрин вот этого у нас, так сказать, нашего Эвена, да? Так, в принципе, делаем скрин нашего Эвена. Блин, у нас этот Эвен мешается. Давайте, я думаю, можно его удалить, да? Потому что он нам очень сильно мешается. Так, да ё-моё, ты чё у нас тут ставишь своих, блин, драных робуксов, хэтов? Ё-моё. А, он еще на нас просто наносит, да? Там просто туалет у нас пошли, да? Ё-моё, ребята. Да, ё-моё. Ну, а, вот все у нас теперь не идут ничего, никто не идет, да? Так, я думаю, то, что мы теперь можем тебя спокойненько заскринить, неужели? Ой, все, ребята. Все очень хорошо. Так, все, плюс еще один максимальный апгрейд. Уже это 30 волна. И я думаю, можно пока что поставить АФК и посмотреть, до какой волны мы сможем максимально пройти. Yeah.
to rise from the ashes. Ребята, мы смогли пройти до 53 волны только при помощи у нас I'm Evan разработчика. И думаю, ребята, это достойный у нас, так сказать, вариантик. И думаю, можно реально вот его... Я думаю, реально можно его юзать у нас в разных режимах. И думаю, это реально очень прикольный у нас юнит. А мы теперь переходим к самому дорогому юниту из этого крейта. А именно к Тилантрику. Ребятки, я у нас уже зашел в Endless режим. У нас с Тилантриком. Это у нас еще что? У нас это... Если что, это у нас спавнер юнит. И он довольно реально дорогой. Это, в принципе, он как раз таки... Это у него, в принципе... По-моему, шанс 0.1%. И чтобы выбить, нужно очень-очень много потратить. Или тебе нужна очень хорошая удача, так сказать. Но, ребята, Тилантрик реально очень довольно хороший юнит. У него дамаг 50 тысяч, рейндж 60, КД 0.5, ДПС 100 тысяч. Так, Али Хилд у него 600 тысяч. И Ал, так, ДПС это 20 тысяч. Это реально очень-очень много, так сказать, для данного юнита. Если был бы еще плюс бустер юнит, который у нас новый, это у нас побольше, чем покруче у нас DJ TVMN. Вот знаете, в чем прикол, вот это? Они добавили у нас нового юнита, то есть нового бустер юнита, и он намного лучше, чем DJ TVMN. Вот в чем прикол. Они то есть сейчас взяли и обесценили... Они в чем прикол взяли и просто обесценили нашего DJ TVMN, когда он стоил очень-очень дорого. И, ребята, сейчас я вот не знаю, сколько сейчас это стоит у нас юнит, но, скорее всего, реально он очень дорогой. Ну, в принципе, то есть у нас Digital Man стоил очень дорого, а сейчас он стоит очень-очень мало. Я, в принципе, так и думаю, потому что... Ну, ребята, это, в принципе, разработчики Toilet Tower Defense, это у нас ничего больше не удивит, да? Так, вот интересно, сколько у нас можно поставить максимально нашего Тилантрика? Потому что, ну, скорее всего, реально очень много у нас можно их поставить, а может даже и нет. Пока что, ребята, я не знаю, вот видишь, в чем прикол? То, что у нас пока что Тилантрик, ребята, очень плохие результаты показывает. Но, хотя нет, вроде бы хорошо, вроде бы все замечательно. Ой-ой, нам остался один, ладно, в принципе, нам оставался один огонек. И, возможно, он чего-то нам бы показал. Вот, ребята, напиши в комментариях, что это у нас за огонек. Скорее всего, возможно, я в катке пойму, что у нас за огонек. А может, даже и не пойму пока что. Ну, блин, не знаю, не знаю. Так, 0.5 у него будет КД. А вот, видите, так, посмотрим. А, вот что за прикол. Все, ребята, я понял. У него, то есть, так сказать, идет... Ну, как будто, ребят, у него плюс эволюция идет, да, так назад, или плюс способность, возможно, будет лучше, так и будет... Возможно, у нас будет правильнее звучать, это, так сказать, способность, и он, так сказать, эволюционируется, да. Так, 800 баксов у меня в кармашке баксы. Так, косарь, все, делаем плюс еще один апгрейд. Я думаю, это пока что мы можем делать апгрейд нашего по второму левелу, да? Ой-ой-ой, а вот все, это теперь он еще спавнит наших этих юнитов, вот все, он теперь еще пула, то есть, ну, скорее всего, он будет каждого теперь разработчика у нас еще как раз таки спавнить, да? Ну, думаю, то, что это тоже очень круто у нас проделали, и плюс респект у нас разработчикам Toilet Tower Defense. Так, нам нужно 800 баксов. Давайте, давай 800, так, все, плюс апгрейдик, все очень хорошо. Все, погнал у нас, ребята, Тилантрик, сиу-сиу-сиу-фу-фу-фу. Ну, красава, красава, Тилантрик, я вот всегда верил в тебя, то, что ты реально просто красавчик. Ну, давай, в принципе, Тилантрик, давай, ну, в принципе, как юнит красавчик, да? Давай, посмотрим, какой ты сейчас можешь у нас как раз-таки плюс еще у нас способку заюзать. А, ё-моё, у нас закдешилось оно, да, ё-моё, ребята, это минус вайп. Так, 800 и еще 800. Все, сделали апгрейдик, очень хорошо. Так, у нас нужно... У нас, кстати, вот какой у нас будет максимальный апгрейд? Это так, у нас второй, это у нас третий апгрейдик, да? Так, третий апгрейд, а дальше у нас будет еще плюс апгрейд. Ну, ребята, я думаю, то, что довольно же хороший результат у нас будет он показывать. А мы пока что будем делать апгрейд наших сан ТВМенов, чтобы получать больше бабосиков. Так, в принципе, у нас уже левел 1, 10 тысяч. Тут у нас это 25 тысяч, да? Да, в принципе, 25 косарей.
Вот не знаю, у нас какие вот у нас максимально будет спавнер юниты вот по 600 тысяч, это вообще... Он что, сам себя будет что ли спавнить, да? Ну, в принципе, разработчики, это, в принципе, разработчики, они сейчас я буду вас восхваливать и так далее. И думаю, разработчик будет... То есть, разработчик добавил себя, то есть, разработчик добавил разработчика, который спавнит разработчиков. Ну, если у нас действительно будет так, то это будет просто, не знаю, что за посмешище, но посмотрим, посмотрим. Так, миниган турит, ребята, миниган турит, давай, давай. Так, дуоклав туалет, дуоклав туалет. Блин, у нас закдешила снова она, ну ничего страшного, ничего страшного, ребята. Мы, думаю, дальше, так, 2800, все, он у нас теперь левитирует, ребята, все, у нас теперь летающий наш талантрик, ребята, у нас талантрик теперь летает, ухо-хо-хо-хо-хо-хо. Так, так, у нас талантрик, тебя что, перекосило, талантрик, ты че... Тебя вверх ногами закинуло. Так, все. Еще плюс у нас апгрейдик. О, ну конечно, талантрик у нас будет левитировать с крылышками такими красивыми. Ну конечно, конечно. Ну, в принципе, талантрик, это понятно. Сделать такой самый крутой себе. Самого крутого себе сделать. Ну, это, в принципе, понятно. Давай, давай. Я не хочу, чтобы. Давай, давай, КД, 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 КД. Вот, все, все, это теперь максимально. Все, погнал. Вью, 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 вью. Ё-моё, какой ты красавчик. Так, давайте, так, 2000 делаем апгрейдик, вот все, сделали мы апгрейд, и так, 3 косаря нам нужно, чтобы сделать плюс еще один апгрейдик, давай, 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 3 косаря, вот так все оформили. Можем еще 3000 потратить, чтобы сделать еще плюс один апгрейд. И потом, ребята, я думаю, когда вот почти, может, предпоследний у нас будет левелан на сантовом мэнов, то, думаю, можно у нас будет спавить наших талантриков, а потом уже делать им апгрейд. Думаю, это будет, ну, рационально звучить, потому что, думаю, это будет правильнее. Думаю, пока что правильнее, лучше сделать пока что апгрейд наших сантов, чтобы мы уже потом не стопали, и было бы уже, так сказать, нельзя было бы пройти нашим, так сказать, туалетом, да? Ну все, в принципе, думаю, можно у нас талантрика тут ставить. Тут уже можно наставить талантрика, вот тут можно ставить. А, видите, у нас все бабосики закончились. Да ё. А вот все появилось, все, ребята. Ну, думаю, ребята, талантрика можно вообще у нас даже тут ставить. Давайте. Талантрики полетели, полетели, братки. Все. Сейчас мы столько этих талантриков просто наспавим. Вот, все. Мы сейчас еще одного талантрика наставим. Давай, еще одного талантрика мы сейчас поставим. Так, я не могу поставить. Давай. Вот, все, поставил. Так, все, ребята, посмотрите на это. Это просто посмотрите на это. Ё-моё, это что такое? Нам, короче, сейчас самое главное сделать максимальный апгрейд на нашего талантрика. Посмотрите на эту армию, ребята. Армия реально очень прикольная. Так, все. А, это предпоследний. Ё-моё, у нас еще плюс один апгрейд будет. Так, посмотрим. Каких он сейчас юнитов у нас будет спавнить? Подожди, мне очень интересно, потому что, видите, Алфи Хилл, так, у него уже 400 тысяч, да? То есть он какого-то юнита должен заспавить на 400 тысяч хп. Очень интересно, что это за юнит. Скорее всего, у нас должен быть Эван. Но не знаю, появится ли у нас Эван, потому что в прошлых роликах, которые я снимал, он у нас не появлялся. И вот, ребята, у нас появился Эван 400 тысяч. Во-во-во, вот такой у нас Эван у нас полетел. Очень прикольно, очень хорошо. Так, у нас талантрик, нам чуть-чуть не хватает, ребятки, ну уже 25-я волна, мы просто даже у нас сторит не могут со спавна уйти, это реально прикольно, посмотрите, ребята, на это, просто взгляните на это вообще что это такое? Ух, я вот думаю, если у нас будет 100 талантриков против Endless мода, то я вот не знаю, как это вообще у нас будет выглядеть, ребята. Но просто посмотрите, как у нас один у нас талантрик справляется со всем вот этим. Это реально просто круто. Я не знаю, как это вообще можно описать словами. Я думаю, что мы сейчас это просто сделаем. Я думаю, то, что мы сейчас будем просто делать им апгрейдики и уже ожидать, когда они смогут пройти. И такой волны они смогут вообще пройти у нас. И посмотрим вообще у нас максимальный финал. И вот ваши комментарии пишите, вот ваши, точнее, ставки. Пишите комментарии, как вы думаете, до какой волны мы сможем только при помощи талантриков пройти. Я думаю, ребята, ну, волна 50 минимум. Потому что он такой имба. Это реально просто имба у нас юнит. Но вроде, ребята, мы сейчас справляемся. Это очень-очень замечательно. А мы теперь давайте, ребята, дальше будем ставить АФК. Ну, то есть на таймлапсе будем смотреть, до какой волны мы сможем пройти максимально. You see the truth behind the veil, and you know that there
ребята, мы проигрываем, и мы смогли пройти до 49-й волны, 43 волны мы смогли одолеть. И я думаю, ребята, это такой себе результат, потому что я думал, что будет намного лучше у нас это все. И, ребята, ну, в принципе, такой результат у нас оказывается, 49-9 волн за 15 минут. Вот напишите в комментариях, как вы думаете, это хороший ли для нас результат или нет. Ну, я думаю, ребята, если вам понравился видеоролик, то вы обязательно поставите лайкосик. А теперь мы будем прощаться. Всем пока-пока и удачи!